Добрый вечер, дорогие друзья! И снова с вами на канале Лариса. Приятно видеть вас, что вы просматриваете мои видеоролики. У меня закончилась дома заварка, и я решила прикупиться, конкретно прикупиться. Каркаде чай, 2 пакета из красных роз. Зеленый чай с жасмином, 2 пачки. Жасмин, вы знаете, я в чае очень люблю, мне нравится. Но я не воспринимаю аромат жасмина в парфюмерии. Как на это смотрите вы? Напишите свои комментарии. Также я купила сыр плавленный, сливочный. Он мне пригодится, когда я буду печь блины из овсянки. Я сделаю видеоролик, и вы посмотрите. Также я купила лимон. Несколько помидор, пожалуйста. И также я купила салат руккола. Очень люблю салат руккола. А также мне нравится кинза, базилик, укроп и петрушку тоже. Уважаю. Ребят, также я купила мисли, запеченные с тропическими фруктами. Знаете, когда-то давно у меня подруга работала в продовольственном магазине. Я даже не знаю, где она сейчас работает. Я давно не созванивалась. Я не знаю ее номер телефона. Я не знаю, в общем, где сейчас она проживает. Мы, в общем, потеряли связь. Мюсли порекомендовала, ну, это, я говорю, лет 20 назад, наверное. И она говорит: Ларис, попробуй, очень вкусные, легкие. Очень хорошо очищает кишечник. Легкий завтрак получается. Берете 3 или 4 столовые ложки, можно 5 ложек, не помешает. Размешаете с молоком, кефир или йогуртом, кому как нравится. Соотношение продуктов, опять-таки, на ваше усмотрение. Очень вкусно получается. Ребят, на этом я хочу закончить свое видео. Благодарю за просмотр. Если нравится, поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, поддержите меня. Буду рада вас видеть на своем канале. Желаю вам всем самого хорошего, самого доброго, всем благополучия, творческих успехов и крепкого здоровья. Всех целую. Пока-пока. До новых встреч.